Добрый день. Хочу вам представить нежилое помещение, которое является собственностью города Москвы. Помещение находится по адресу Москва, Нагатинская набережная, дом 54, цокольный этаж. Общая площадь 44,3 квадратных метра. Помещение подходит для перепродажи, либо сдачи в аренду. Дополнительная информация по телефону в конце ролика, либо же по ссылке в описании ролика. Кухню была, тут импровизировала небольшая.